В университетской клинике Казанского федерального университета проходит акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Акция проводится в рамках общественно значимого проекта КФУ и Русфонда по развитию национального и приволжского регистров доноров костного мозга, направленного на борьбу с раком крови. Акция продлится в течение всего марта. Человек, который изъявляет желание стать донором, нужно обязательно заполнить анкету, в которой ответить на те вопросы, которые там предоставлены. Если какой-то из этих, честно, если какой-то из этих вопросов не подходит ему, то он, значит, не сможет уже сдать кровь. После заполнения анкеты человек может приступить к сдаче небольшого количества крови. Сданная кровь не является донорским материалом. Она передается в лабораторию, специальную лабораторию у нас, где регистр доноров как раз определяют все фенотипы, генетические все вопросы. Потому что один на 10 тысяч, один человек на 10 тысяч может только генетически подходить непосредственно вот этому больному. Задача попавшего в регистр – быть готовым не только в ближайшее время. Трансплантация генетически подходящему больному может понадобиться даже через несколько лет и в другом регионе страны. При его нахождении с потенциальным донором свяжется сотрудник регистра и расскажет о дальнейших шагах. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.